Okay? Yeah, okay. Участник под номером 7. Это вот та самая девушка, о которой я вам говорил. Для чего вам эти доски? Чтобы показать технику Тамишиваза. Тамишиваза? Тамишиваза? Может, разрешим? No. Я хочу посмотреть один из ката, пинан катас, найфанчи и кушанку. Вы все поняли? Покажите один из пяти пинанов, найфанчи и кушанку. Ну, покажи хоть одно кота, Жанна. Наску. В связи с неготовностью участник регистрации снимается. Внимание, следующая часть экзамена. Почему зеленое кимоно? Мы пытались выяснить. Может, снять его с экзамена?
Выше. Как это глупо видишь? Ну, конечно, грязь. Выше. У тебя нормально тоже. Послушай. Ну, я-то тут при чем, а? Такая безграмотность. Не знать ни одного кота по школе. Ни одного. Неужели Феликс не мог поднатаскать тебя к экзамену? Тебе деньги за что давали? Чтобы тут из меня клоуна сделали? Корочки будут. Будут. Судьи тоже мужчины. Ну, словом, Жанночка, ты меня понимаешь. На мне решили проехаться. Дама-сан. Это была очень хорошая программа. Но вы должны помнить, что черный пояс смотрится только на белом кимоно. Обещаете мне? Я
Давай свалим. Здесь около 5 штук. Отдай их на конфеты своим ребятам. Готовь бойцов, Симон. Я получил серьезный заказ из Краснодара. Мои всегда готовы, президент. Твоими большие дела не сделаешь. Да и Феликс что-то начал в последнее время зарываться. По-моему, да. У него немножко поехали мозги, а? Да. Ты прав, Симон. Мозги как часы, можно и подправить, а? Давай, кати в аэропорт, а то опоздаешь. Привет. А где все остальные? Они с Седым ушли рынок бомбить. Как рынок? Кто разрешил? Я никого не отпускал. Пришел Симон и забрал всех своих. Своих? Вы все мои, и они тоже. Понял? Тренируйтесь. Продолжаем. Почему такая спешка, а? Да вот... Меня послал Феликс, чтобы я встретил Жанну. Спешить надо вовремя. С приземлением, очаровательная. Привет, Жанна. Феликс попросил встретить тебя. Твой брат Феликс попросил встретить тебя. Мог бы и сам приехать. Вали! Жанночка, какой тебе пояс присвоили? Пояс верности. Тому. А вот тому? Черный пояс со всеми иероглифами. И свидетельство все как положено. Вот Феликс обрадуется. Кстати, пощекочи этого балерона. Здорово, что вернулся. Сколько же тебя не было. Залом постараюсь помочь. Теперь с этим непросто. А ты, наверное, прибыл по линии спорткомитета? Ассоциация вне спорткомитета. Ассоциация. Что здесь ассоциация? Она дает только бумагу, но не дает работу. А мне не грозит безработица. Да, но тебе придется схлестнуться с Феликсом. Феликс сейчас отец здешнего карате. Мне нет до него дела. Я решил открыть здесь свою школу. И я это сделаю. Надо же, все по-старому. Ничего не изменилось в городе. А ведь столько лет прошло. Оно вроде бы и так, но изменилось многое. Например, люди. Ты это скоро поймешь. Тоже мне босс, президент клуба. Вышвырну его вон, и тебе достанется. Да не ори ты. Ничего ты не сделаешь. И нечего было меня посылать за удостоверением. Феликс, можно? Пошел вон!
Послушай, Феликс, но ты пойми, Седой — это наша крыша. И ничего с этим не сделаешь, никуда ты его не вышвырнешь, потому что у нас нет официального права тренировать. У нас нет корочек, мы никто. Мы никто. Плевал я на ассоциации, плевал на федерацию. На корочки плевал. Вот мое удостоверение, смотри. Сумку. Сумку быстро. Подъем, каратилы. Спасибо. Мне побольше заварки, дорогая. Красивый плакат. Да, без меня вас закроют. Придут завтра менты и закроют. Мордобой не спорт, не карате, хотя в стране у нас и культивируется. Не стоит выходить из-под моей протекции. К чему такая спешка, а? Но я не обидчивый. Решим все по-честному, как раньше. Инструктор Академии Водорю. Первый дан. А ты подумай, подумай. Спешить надо вовремя. Правда, Жанночка? Нога, нога, нога! Ой, все! Море! Мамаши, ура, мамаши! Серьезно, полежи! Захват! Акцентируй, я тебя жалею! Отлично! Руки, руки! Нормально! Стучитесь и откроется. Что надо? Я к Феликсу. Кто такой? Старый приятель. Заходи. Иди на Макивару поработай. Слушаю. Я за сумкой. Честное слово. Я тебя сразу не узнал. Ты знаешь, кто нас посетил? Сам Тамуки-сан, обладатель черного пояса. Знаю, знаю. Хочешь открыть у нас центр или секцию для начала? Извини, опоздал. Но если хочешь, я могу тебе дать группу начинающих. Документы у тебя в порядке. Зарплата у нас нормальная. Сдельно-премиальная. Присаживайся, Жанна, чай. Я пришел за своим. Свое я возьму. Ха, гордый. На кого вы похожи, дохляки? Животы подтянуть! Эй! Держать удар, держать! Встань, 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 встань. Так, ну что ты согнулся? Что ты согнулся? Ну куда ты? Стой на месте. Держать, держать удар. Ага. Ну и стоять. Вот так, так, так. Стоять! Посмотрите на себя. Что, мало каши ели? Хорошо, хорошо. Встали! Ну что ты стоишь, глаза закатил? Больно, что ли?
Ну? Давай попробуем. А не передумаешь? Смотри, молодец. А сам ты можешь держать удар? Хватит понтоваться, если бьешь, бей. Ай! Стой! Ай! 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 Пояс! Стоп, 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 стоп. Закончили. Молодцы, прекрасную технику показали. Вставай, чего разлегся? Пояс отдай. Пояс, я сказал. В тренерскую зайди. Что встали? Продолжаем. В темпе. Работаем, работаем. Оборзели. Седой, Симон. Еще Бог послал мне этого кретина в зеленом кимоно. А почему в зеленом? Спасибо. Да пацанами еще были. Он перекрасил свое кимоно. То ли стирать было лень, то ли не хотел, чтобы кровь была видна. Часто ему от меня доставалось. Зачем он сюда приехал? Сидел бы в Москве, говорят, ему давали аспирантуру, прописку. А ты знаешь, мне кажется, он неплохой парень. Что ты сказала? Ну, я говорю, у него школа хорошо поставлена. Он мог бы и нас поднатаскать заодно. Иди отсюда. Брысь отсюда. Что? Псих. Я не нуждаюсь в твоих советах. Южный микрорайон. Десятка. Сколько? Червонец за скоростную доставку. Дамчу, как из рогатки. Скаты новые. Я не тороплюсь. Иди пешком. Ладно, поехали. Деньги. Может, подтолкнуть? Ты. Скорость моя слабость. Анекдот хочешь? Давай. Рубль штучка. Только свежий. Братишка, домкрат есть? Есть. Угу. Так, через 10 минут твои задние колеса должны лежать в моем багажнике, понял? Послушай, у меня там пассажир сидит. Давай живей. Сидеть. Ой! 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 Ой
Стой, 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 паренек, да пошутили, ребята. А у вас есть домкрат? Все, я сейчас все сделаем. Шутники. А ну-ка, растолкай свою компанию и быстренько снимите все колеса с Волги. Все, стали, стали, стали. Понял? Понял. Все, понял. Давай, давай, пацаны. Ну, че? А тебе что, колеса не нужны? Да брось ты им до больницы, надо как-то добраться. Садись, поехали. А это что за фотография? Это я карате когда-то занимался. А фотографию так для понта наклеил. Пассажиры разные бывают, знаешь. Остановись, приехали. Деньги возьми. Я заберу эту фотографию. Для понта. По-моему, этот в зеленом похож на меня. Да, Артур? Тамуки. Дед! А, дед? Дома я, входи. Привет, дед. А я тебе табаку привез. Голландского. Сукин ты сын. Погрелся у родителей за пазухой. По заграницам шляешься. Подлец! Вон из моего дома! Ну-ка, очки сними. Хорош. Карате, класс! Давайте запишемся. Ух ты, смотри, смотри, как ниндзя. А ты чё ж здесь? Ну что, ну нет, ну давайте все равно запишемся, ребят. Ладно, побежали. Бежали. Ну, побежали. Никто не пришел, никто и не придет. Знакомьтесь, Таму, первый дан, школа Водарю.
Георгий Степанович. Уважаемый в городе человек и просто... Президент. Просто президент, поклонник местного карате. Я приветствую ваше начало и готов помочь. В услугах не нуждаюсь. Спасибо. Мы должны сработаться. Даже обладатель первого дана не застрахован от неприятностей. Тем более в этом городе. Ты что? Совсем без мозгов, что ли? Георгий Степанович! А вы девушек принимаете в секцию? Ты пришла записаться? Пока только посмотреть, что вы умеете. Переодевайся. Как тебя зовут? Жанна. Тренировка завтра, 8. Алло. Это я. Валик, ты? Что там у тебя? Да вот Седой только что вышел от Тамуки-сан. Наверное, предлагал свою помощь. Кстати... Встретил сестрицу твою у Тамуки-сан. Ты-то в курсе? Спасибо. Ну что, понял, маэстро, что незаменимых нет? Вроде бы понял. Так-то. Учись комбинировать, пока я жив. Поиграл Феликс в самостоятельности, хватит. Клин клином вышибают. А у этого Тамуки-сана забери зал и пусть убирается из города. Если не уберется, то я ему помогу. Угу. Привет, маэстро. Привет. Я все о том заказе. Откомандируем человек 20 в Краснодар. 50 штук в кармане. Что они должны делать? Видишь ли, маэстро, за последнее время развелось столько сердитых людей, которым не нравится образ мысли других сердитых людей. И каждый готов раскошелиться, чтобы вправить мозги другому. Короче, что они должны делать? Охранять санкционированный митинг какой-то там новоявленной партии, только и всего. Да, кстати, я дал им уже устное согласие и надеюсь, что не поторопился. Получил даже аванс. Твоя доля. Выезжаем поездом послезавтра. Седой! Забери. Колено. Держи колено. Посмотри. Попробуй. Браво, браво. Хорошо работаете. Я смотрю, и зал тебе дали нормальный. Может, попробуешь и мою атаку отбить, а? Неплохая техника. Браво. Жаль, что тебе придется уехать из нашего города. Не успеем поучиться. Жаль. Если это все, что ты хотел мне сказать, то разговор окончен. Это ты мне? Где ты был в 84-м?
когда меня таскали по кабинетам, по комитетам. Вы там в столицах прохлаждались, а я во врагах, в подвалах растил пацанов. Где ты был тогда? Где твои ученики? Сегодня я подготовил сотню железных бойцов. Половина из них теперь повышает свое мастерство в тюрьмах. Что ожидает остальных? Чему ты их учишь? Уличным дракам и грабежу. Сколько тебе за это платят? Меня ведь тоже таскали по кабинетам. Но, в отличие от тебя, я не учил, а учился. Поэтому я и уехал. Знаешь, почему ты не выставляешь своих ребят на соревнования? Потому что не рискнешь. Это тупик. Продолжай, продолжай. Я вижу, ты научился красиво говорить. Но моих пацанов красивыми словами не убедишь. Они понимают только язык железного кулака. Сможешь поговорить с ними на этом языке и убедить их? Оставайся. Нет, уезжай отсюда. Я готов. Хоть сейчас. Прекрасно. Собирай 6 человек в команду. Смогут они выстоять против моих? Получишь право на жизнь в этом городе. Нет? Кстати, я помню, у тебя были неплохие ученики. Не в пример моим, порядочные. Короче, во вторник в 8 у Белой речки. По каким правилам будем драться? Ты забыл 70-е? Правила те же. Одного уносят, другой уходит. Я буду драться с человеком в зеленом кимоно. Обещаю. Здесь он и промышляет. Пойди поищи его, а я пока с карбюратором повожусь. Погоди. Он сам тебя найдет. Ну вот они, посмотри. Пойдем. С меня еще морковочку нужно взять. Но где-то дешевле найдешь. Арик, подожди меня! Ну, попробуйте, помидоры 3 рубля, сладкие. Я возьму килограмм, а может еще один. Сейчас, ну, вот, только выберите мне, пожалуйста. 10 килограмм, да. Ну, ты же сама, а зеленых не надо мне. Отлично, давай. Фу, на кислое. А что, вишня? А? Ну как? Не, кислая, кислая. Ну что, на компьютер? Нет, даже на компьютер. А может, на варенье взять, Саша? Сегодня на работе. Ну, лучше, конечно, ходить в пять. Извините! Стой. Ах ты, варила! Люди, помогите, пусть подойдут! Пусти! Сказано! О, привет, шеф! Да вот мы с приятелем тут немножко. У нас свои дела, все нормально. Друзья, и что, парень, а? Здесь клоуном пристроился? Потише, фраер, а то сам сделаешь пару кульбитов. На, забери. Хайрак, ты правда меня не узнаешь? Тамуки! Вернулся!
Пошел вон, пройдоха, ни копейки не дам. Посмотри, я с кем пришел, Пеньков! О, Тому! Сенсей, клянусь, я знал, что ты вернешься. Проткнешь также завтра одного из хлюпиков Феликса. Завтра? Завтра я не могу. Да и зачем вам это? Да, заплыл ты, брат. Смотрю на тебя, скоро сам превратишься в мешок. Кто? Я мешок. Отлично. Так сколько ты заработаешь завтра? Ну, полтинник, стольник, я знаю. Тогда приходи к Белой речке. Завтра в 8. Нет базара. Угу. Ну чё? Козел, деньги попросил. Нормально. Совсем не изменился. А самое главное, он в форме. Что с машиной? Да, карбюратор полетел мне. Наверное, надолго. Ладно, мы пошли. Счастливо, Артур. Счастливо. Давай. А, значит так, ты, я, Артур, Чиро, это уже четверо. Нужны еще люди. Да где их теперь найдешь? Без тебя-то они все разбежались. Давай зайдем к Вовке. Вовка, на севере. Деньгу зашибает. Ты что? Проголодался? Сенсей, чухнем крусу. У него всегда холодильник забит. В сентябре на вернисаж. Вот. Немцы две работы купили. Вот. Вот так и живу. Вот. Может, все-таки по рюмочке? Да ты что? И сколько раз в день ты прерываешься? Это натурщица. Я ей плачу 15 рублей в час. 15 рублей? Слушай, уступи мне ее на 2 часа. Неисправимый. Ладно, мы пошли. Ну, собственно, какие проблемы, ребята? Готов помочь? Приходи завтра утром к Белой речке. Приеду. В 8 утра. 8, так 8. Пока. Ну почему так рано? Вон там. Пойдем. Достойный пройдет. Вон он, Шаолинь себе устроил. Псих. Ну, пошли. Да нет, я лучше здесь посижу.
Хайрак, давай сюда. И этот черт с тобой. Я тебе шею отвинчу, ворюга. Перчатки свистнул фирменные. Не пугай! В своем весе я тоже не подарок. Ну ладно, ползи сюда. Сколько? Пятеро. Шестой валик. А он в форме? В форме. Угу. Машина! Эй! Стой! Валик, завтра утром у Белой речки. Ну, пока. Давай, Валик. Все? Ну, я тогда пойду, поработаю. Давай где-нибудь перекусим. А с работы я тебя увольняю. Пошли. На, выпей для разогрева. Что это? Пей-пей. Порву его! Вперед. И ведь порвет, а? Сомневаюсь. Там и Феликс не должны завтра встретиться. Иначе все. Где все? Почему не приветствуете? Хозяин! Хотя какой он хозяин? Хозяин бабки платит, а этот ни хрена не платит. Лучше бы о своей сестре позаботился. Хозяином должен быть сильнейший! Да, ты прав. Хозяином должен быть сильнейший. А ты говорил, разорвет. Видимо, придется действовать по-другому. Ладно. Ну чё, где остальные? Кабан, наверное. Эй! Ты чё, заблудился, что ли? Да нет, так ближе.
Извини, дорогой. Скоро 9. Я мог бы целый вагон разгрузить. А я бы уже разок прошвырнулся по рынку. Может, чего случилось? Да не каркайте. Опа! Прекрасно! Принимать товар, друзья! О, пикник на обочине! Чаро, Алик, вы свободны? Принимай товар, принимай товар. Чё приуныли? А? Мало баб, что ли? О, а вот и сенсей со своей катит. Рус, отпусти Тарантас. Не баб с шампанским? Так бы сразу и сказал. Отец, свободен, вот тебе билет. Спасибо, дорогие. Да-да-да-да-да. Это вам отказ. Пока! Вперед. Останься здесь. Не придут они, Феликс. Борода! Привет, Костоломом! Прекрати. Пошли. Тому. Я вчера потянул колено. В общем, извини, брат, не могу драться. Разреши, сенсей. Давай я. Начали. Ай-я! Ай-я!
сильнее. Тетче работай, давай. Вот этот. Фила везет меня на пенсионера. Иди! Козел! Камень брось. Брось камень, скажите ему. Брось камень, я тебе говорю. Я победил, скотина. Начинай. Подними руки. Ты что, не понял? Жанна, врежь ему, врежь! Давай, давай! Дай ему, Жанка, дай козлу! Добавь ему! А, вот эта девчонка! Ну, вставай, дорогой, ну-ка, опа! Ну что, живой? А? Пошел. Мешок, тебе труба. Пусти меня! Да я ему врежу! Успокойся. Иди проспись. Ладно, иди.
Руку сломал. Держись, сенсей! Жанна, берегись! Стоять! Феликс, ты отправишь ребят, они выполнят заказ, а когда вернутся, получишь свою сестрицу. Пошли. Не двигайся, иначе выстрелю. Седой, ты не учел одну вещь, очень важную вещь. Ты же не сможешь выстрелить. Ты же трус. Ты потеряешь все. Убирайся. Убирайся и ты. Продолжим.